Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы занимаются в соответствии с планом подготовки. Министр обороны, генерал-лейтенант Кремль. Хорошо. Это у нас. Это армейская база вооруженных сил. Основного доклада. 1868-я артиллерийская база вооружения сформирована в 1941 году. Прошла по дорогам Второй мировой войны. С 1945 года дислоцируется в городе Гомеле. База занимает площадь 40,5 гектар и разделена на административно-хозяйственную территорию и техническую территорию. База предназначена для ремонта технического обслуживания ракетно-артиллерийского вооружения, содержания его запасов, обеспечения вооруженных сил и территориальных войск. Все оружие, которое содержится в этой базе, проинвентаризировано, обслужено, уложено в соответствии с его предназначением. В этой базе мы со всей вооруженной силой завершили инвентаризацию всего такого оружия. И достигли вот такого... В вооруженных силах все инвентаризировано? Да, все точно. Вот таким образом? Да. У нас самая большая это проблема была именно вот по этим запасам. Они большие. Привлекали дополнительный личный состав, работали, все ну, посчитали. Молодцы, то, что пересмотрели, перетерли. Ну, вот некоторые образцы основные образцы, которые здесь. Вот родное мое. Да. Родное. Дальше мы вам покажем, как это родное можно усовершенствовать для повышения его характеристик. Турница тяжелая, но мне его дали, посмотрели, здоровый мужик. На. Так что ты гранатометчиком был бы в армии. Готов. На тебе гранатомет. Ну, оружие я люблю, хорошее оружие. Если попал, ну, ладно, 300 метров или сколько там стрельба, 250. До 400. Да, но если 150 метров из-за елки по танку выстрелил, мы, товарищ президент, 80% эффективности мы достигли. Но оружие хорошее. Хорошее. С ним надо дружить. Это наше оружие. Пулеметы перебрали тоже. Да, все что. Ручные пулеметы, у нас их тоже достаточное количество. Хорошее оружие. Хорошее. За счет длины ствола мин. Угу. Лучше точность. ПКМ это вообще шикарное вооружение. Боеприпасов хватает, боеприпасов, сами можем делать, да? Боеприпасов достаточно. Пистолетов у нас тоже в достаточном количестве. Также обеспечен текущий потребность вооруженных рук, так еще есть запас. ТТ, надежный боеприпасов к ним тоже достаточно полно. Здесь только оружие и комплект запасных частей. Территория эта является, она выделенная, двойное ограждение сетчатое. Эти сетчатые ограждения одновременно являются рубежами предупреждения и установлена электризация. У нас ядерное оружие такая же охрана или посередине? Еще круче. Куда уже круче. Цех предназначен для проведения ремонта технического обслуживания ствольной артиллерии, минометов и самоходных артиллерийских установок. Сейчас в цеху находится вооружение, которое в соответствии с планом сюда поставлено на техническое обслуживание и ремонт. Для этого у нас имеется необходимый запас военно-технического имущества. Часть имущества мы покупаем. Часть имущества мы восстанавливаем с использованием потенциала белорусских предприятий. Но в конечном итоге весь объем работ по ремонту мы выполняем своими силами. В этом же цехе мы шьем брезентовые изделия, все брезентовое, чехлы на специальную часть, тенты укрывочные. Маскировка укрытия. Так точно. Сделали лекало, шьем, сделали столы. Сейчас у нас 5 таких цехов. Надо заниматься железобетонно-импортозамещением. Все, что только мы можем заказать на наших предприятиях, надо заказывать. Слишком дорогая штука – это покупать все. Поэтому многое можем делать сам. Мы сейчас, мне министр задачу ставил, мы обобщаем, завершаем обобщение нашей потребности в том, что нам нужно изготавливать. Я даем сейчас Пархомчику, Петру Александровичу, для того, чтобы он определил возможность. Нагружайте нашу промышленность. Но это и танковый двигатель такой. Ну, тип двигателя В2 бывает еще с увеличенной мощностью, с нагнетателем. Вот здесь посадочное место, что остается на китайце, за счет этого мощности еще на 100 лошадей увеличивается. Будет работать? Будет. Будет? Будет. А чем отличается дизельный двигатель от бензинового? Ну, в первую очередь. Ну, это понятно.
принципе, работает. Ну, дизельные двигатели, воспламенение происходит от сжатия. А бензиновый двигатель... А впрыск как происходит топливо? Впрыск? Ну, в данном двигателе происходит через форсунку. Спасибо, меня тоже это мучили. Поэтому я спрашиваю, может, у тебя что-то изменилось? Но... Да нет, оказывается, пока еще принципиально все по-старому. Но это нормальный еще двигатель. Это подобный. Двигатель нормальный, с проверки мы готовим его к постановке. Спасибо. Молодцы, что помогаете. Вот на ком держится так страна. Так точно. Ну, молодежь надо рядом держать. Подтягиваем, они же нам и молодежь учат. Да, так я и говорю, вот рядом с ним научишься, чему схочешь. Спасибо тебе. Войска, процесс эксплуатации, обтирается, где-то что-то ломается, там, требует ремонта. Значит, поступает сюда в цех. В ящиках. Так точно, да. Штатные купы. В процессе разбираем, дефектуем, применяем как обычный мерительный инструмент, так и калибры. После этого мы заменяем непригодные детали, ремонтируем то, что можно отремонтировать, собираем. Да, в процессе ремонта проводим химическое гальванирование для восстановления покрытия. Собираем, испытываем. Вот такое оно получается. Проверяется боем, здесь свои херы есть в каждом цеху. Да. Вот такого состояния. Больше делать свои. Импортное замещение должно быть. Запасные части мы должны сами делать. Товарищ президент республики. Ваш арсенал. Опять ты меня возвращаешь в молодость. Зачем? Любой колхоз с ним приехать, товарищ президент. Любой директор колхоза работает 3 раза лучше будет. Да, ну если с собой, да. Самое главное, что есть прибор учебной стрельбы, который позволяет экономить боеприпасы. Патроны, ну, разместимы где-нибудь в службе безопасности. Спасибо.